судя по всему, в одном номере. Льоранс Гомес. Ой-ой-ой, какой гол! Дмитрий Шишин не дает мне договорить и сравнивает счет в матче. Шестой номер Кристалла. Ну, просто в своих лучших традициях Дмитрий Шишин кладет мяч в самую девятку ворот Локомотива. Кристалл, конечно, поражает вот этими своими умениями. Если пропускают, то сразу же включаются на максимальную скорость.